Всем привет. Вот, короче, на даче Логан брату. Хочу, сейчас с ним меняем передние тормозные колодки. Колесо снято, машина на пеньке, пенек подстраховывает домкрат. Вывернули колесо вправо. Здесь, вот нам надо открутить вот этот болтик, вот верхний, на 13. На 13. Вот, на 13. Вот его надо открутить. Здесь поддерживать, чтобы открутить, поддержать ключиком на 17. Но вот столкнулись с трудностью, не влазит он. Не дает он по ширине влезть. Поэтому у кого вот такая трудность, у кого есть возможность, подточите ключик. Если не у кого нету возможности, ну вот мы это уже второе колесо. Первое колесо я вот так молоточком чуть-чуть подстучал. То есть болтик чуть-чуть сорвали. И этот. И тогда уже дальше пошло нормально. Сейчас будем откручивать. Одной рукой неудобно. Дальше сниму. Потом покажу результат. Вот крути. Вот, если вот крутить, то видите, проворачивается вот этот болтик, который. Ну, 17 ключ не влазит. Поэтому банально мы поддержать отверткой в обратную сторону. В обратную ты закручиваешь. Вот. И так можно болтик открутить. Там либо ключик туда забить, либо помучаться и отверткой подстраховать. Короче, откручиваем. Вот уже когда немного открутили, болтик вот этот чуть-чуть отошел от суппорта. И в принципе ключ на 17 уже элементарно влазит. Вот, можно дальше крутить. Дальше уже все легко. Вот мы открутили. Теперь можно вот этот суппорт вытаскивать. Ну, Лёх, подержи. Или вытаскивай его. В принципе, можно еще открутить вот этот второй болтик. И тогда целиком вытаскивается. Можно открутить один болтик. Подержи. И отклонить его. Вот это так банально. Вот он. Откручивается он у нас все, что осталось. Вот тормозные колодки, которых ничего не осталось. Дальше надо загнать цилиндрик назад, как мы делаем. А где ключик на 17 делся? Вот. Ключик на 17 и дави. Вот. И он идет. Во. Просто чтоб упор как плечо было. И мы потихоньку загоняем цилиндрик до упора назад. Еще, подожди, не швыды. Давай. Вот, и пока этот цилиндрик до упора не войдет. Так, теперь ставим новые тормозные колодки. Оно по-другому не станет. Сейчас. Раз, вот она стоит. Теперь вторую. Вот. Получается, вот она вот так стоит. Вот. На место. Новые тормозные колодки. Ну и потом после этого ставим суппорт. Вот получается, ставим суппорт, подгоняем его сюда вот пальчиком и закручиваем болтик. Все, сейчас будем закручивать. Ну, в общем, все, собрали на место. Оказалось, тут ничем не надо помогать, только ключик на 13. Вот мы дотянули все до упора. Хорошо, осталось поставить колесо. И, насколько я знаю, покачать педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет упругой, чтобы вылезли, чтобы цилиндрик, этот поршенек вылез. Все, большое спасибо за внимание. Надеюсь, я чем-то кому-то помог. Все, всем пока.